Марина, спасибо, Лена. Спасибо все девочки, которые здесь есть, наверное, ну, как бы, действительно, ты правильно сказала, что все собираются все равно по каким-то, да, энергиям там и прочим. А вот, и я очень сильные встряски какие-то получила. Получила, скажем так, некоторые ответы на свои вопросы, там, касаемо, да, моего какого-то а-ля предназначения, то, чего у меня все время в жизни приходит, я ухожу и так далее, и меня опять возвращает. И сейчас, собственно, каким-то образом опять меня все равно в это вернуло. Вот, в общем, спасибо вам большое, я очень счастлива, и я уже не помню, кому сказала, наверное, Свете, да, что киньте ссылку в Телеграм, так как я ни про кого ничего не знаю никаких аккаунтов, ничего не знаю, но, да, я бы уже, допустим, поехала бы на Алтай, и, ну, может быть, не одна с молодым человеком, да, и, ну, то есть, как бы, я вот там готова дальше куда-то ехать. Участвовать. Вообще столько много информации и столько всего нового для себя открываю. Поэтому говорю, каждая поездка это ну просто открытие. Поэтому хочу еще, так что благодарить всех, тоже все знакомства, все девочки, все замечательно. Все вы, что я с такими людьми встретилась, как бы что. Когда-нибудь бы в жизни я себя так вела с людьми в группе, что-то о себе рассказывала, еще с людьми взаимодействовала. Ну, то есть, такого не было. Это было очень страшно. Я заехала, сказала, я ничего рассказывать не буду. А что ты едешь? Я послушаю, я ничего рассказывать не буду. Это было очень сложно, но не так спокойно. Ни одни никакие Дубаи, какие-то. С этим не сравниться, с этими нарами. Господи, с такими людьми я как будто первая жизнь где-то там, где я должна быть, где мне очень комфортно и уютно. Спасибо вам огромное. Спасибо.